Здравствуйте. Пришел, фиксировал предоставленный товар. Кому не доставлен? Вы можете видео выключать. Почему? Потому что посылки у меня нет на помощи. А где она? Не знаю, где она. Ну, смотрите, как раз я не должен его выключать, чтобы зафиксировать факт, что посылки нету, потому что через Авито мне пришло уведомление, что посылку получать до 20 числа. Сегодня с какого числа? Сегодня 14. 14, да. То есть. Как минимум у вас еще 6 дней получать эту посылку. Я же не буду сюда перед принесать. Но правильно? У вас должно прийти уведомление, что эта посылка готова к выдаче. Так оно пришло. Вы так что же смотрели. Вот там пришло у вас. Ну, покажите еще раз. У меня нет этой посылки на пункте. Тогда официально принесите номер заказа, все, чтобы это зафиксировал, чтобы я им отправил это видео. В смысле, я должен вам наизусть произнести ваш номер заказа? Зачем наизусть? Ну, вы же только что там вбивали в компьютере. Ну, все, у меня больше нет никакой информации. Ну, ой, извините, как забыл вас. Алексей, для мне отчета и предъявление претензии Авито, что вот я пришел в пункт выдачи. Mm-hmm. То есть ваш интерфейс, через который я общаюсь. Ваша посылка приедет не сегодня, она, скорее всего, приедет в понедельник. Алексей же? Да. Давайте свои советы при себе оставьте. Так я вам еще раз объясняю, какие-то вы мне произнесите юридически значимую информацию о том, сказал, что такой-то номер. Вашего заказа нету на пункте. Мой заказ какой? Может, мне 100 заказов? Номер произнесите. Я наизусть ваш номер заказа не выучу. В компьютере посмотрите. Нет, у меня в компьютере. Вот вам компьютер, у меня нет никакого номера. Хорошо, заказа. Хорошо, как я могу верить, что вы правильно ввели мой заказ? Давайте перебьем повторно, если вы... Давайте, хорошо. У вас есть ручка и источник записать? Номер заказа. RU0767-47721. Вот на всякий случай прям вбейте, проверьте, есть ли этот заказ. Если нету, то подтвердите, что этот заказ не находится на выдаче. Так, дальше. Ну, произнесите фразу. Все, по указанным параметрам данные не обнаружены. Нет этого заказа на пункте. Номер заказа произнесите. Вот вам номер заказа. Вы не можете его произнести? Я не попугай. В смысле? Ну, в прямом смысле. Я вас попросил, Алексей, ну просто мне нужно для информации. Ну, мне тоже не устраивает то, что вы меня снимаете, и то, что это такая происходит. Да я, знаете, мне с удовольствием вас снимаю. Вы мне абсолютно не нужны. Мне нужно зафиксировать, что заказ, именно этот заказ у вас нету. У вас вот, вы же сняли мой монитор. Да я еще потом монитор. Буду разбираться, что мне там видно, не видно этот заказ. Вы можете произнести? RU0767-47721. Все, спасибо. Да нет, только я вам еще раз говорю. То есть заказа нет? Нету заказа. Все, спасибо, до свидания.